Продолжаем выпуск. Родительские чаты сегодня заполнили фейки. Сотни ангарчан получили одинаковые сообщения. В тексте говорится, что следующие 2 недели в связи с карантином детям запрещено посещать общественные места. Якобы комиссия по делам несовершеннолетних проводит специальные рейды. Родителям за нарушение обещают штраф. В КДН эту информацию опровергли. Никаких подобных мер в организации не планировалось. В настоящий момент никаких дополнительных ограничительных мер для несовершеннолетних не предусмотрено. Все запреты остаются на уровне действия так называемого режима комендантского часа, по которому в период времени с 22:00 несовершеннолетние не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых. Также опровержение появилось в группе МВД ВКонтакте. Сотрудники КДН просят родителей быть внимательными и доверять только официальным источникам информации.